Победу на центральном ковре одержал Александр Чехиркин, мастер спорта международного класса, город Ростов-на-Дону. И вышел в финал весовой категории до 66 килограмм. Аплодисменты победителю! На ковре С весовая категория 84 килограмма, полуфинальный поединок. Кугаев, заслуженный мастер спорта Москва, олимпийский чемпион. В красном трико Азамат Бикбаев, Республика Башкортостан, мастер спорта международного класса, в синем трико. Эту встречу проводит бригада судей в составе руководитель ковра Тофик Пашаев, Тамбов, рефери на ковре Сергей Ситников, Красноярск, боковой судья Гудочкин, Новоалтайск. На центральный ковер приглашается весовая категория до 74 килограммов. Ильяс Магомадов, Москва, мастер спорта международного класса, Евгений Салиев. Республика Мордовия, мастер спорта международного класса. Красное трико на центральном ковре Ильяс Магомадов. Город Москва, мастер спорта международного класса, в синем трико Евгений Салиев, Республика Мордовия, мастер спорта международного класса. Борьба за выход в финал весовой категории до 74 килограммов. На ковера приглашаются борцы весовой категории до 66 килограммов. Утешительная встреча первая. Раджабов Липский. Встречу на центральном ковре судит бригада судей. Руководитель ковра Сергей Новаковский, судья международной категории, олимпийский арбитр, город Екатеринбург. Судья на ковре, судья международной категории Аркадий Бердников, город Томск. Боковой судья, судья международной категории Николай Неробеев, город Санкт-Петербург. В красном трико на ковре А. Абдул Раджабов, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, мастер спорта. В синем трико Сергей Липский, Краснодарский край, мастер спорта. Утешительная встреча первой весовой категории до 66 килограммов. Приготовиться на ковер А. Шабагиев Чугунов. Судьи ковра А, займите свое рабочее место.
На ковре А победу одержал Абдул Раджабов, Хантамансийский автономный округ и Малоненинский автономный округ, мастер спорта. На ковера приглашается Шабагиев, Саратовская область, Чугунов, Ульяновская область. Утешительная встреча вторая. Победу!